Как обстановка вот здесь, на этом участке? Насколько серьезная, насколько сложная? Зона находится под ярким обстрелом. И около 100-150 метров от завода. То есть Азовсталь? Да. Остается последняя высота и все. Южные ворота. И потом будете уже штурмовать? Да, конечно. Как известно, есть данные, остались ли в ВСУ именно военнослужащие украинской армии? Вот это был прилет, только что. Все целы, парни? Все целы. Что, ранили? Я один. Имя, да, нормально. Ранильник сейчас плохо. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.